скажу, мы давно уже ждем олимпийскую медаль, золотую. Олимпийское золото, ради чего действительно люди многие отдают десятки лет своей подготовки. После 80-го года эта вот преемственность как-то прервалась у нас именно в белорусском велосипедном спорте. После Володи Каминского, Монреаль, 76-й год и моя олимпийская медаль 80-го. В следующем году уже 40 лет. Это огромный период. Есть у нас победители очень много, и чемпионы мира, и на треке, и на шоссе. Но, конечно, хотелось бы, чтобы мы своих любителей и, наверное, страну порадовали олимпийской золотой медалью. Это была бы, конечно, достойная победа. Это был бы серьезный, конечно, подарок нашей стране, государству, которое действительно складывает сегодня огромные деньги в развитие велосипедного спорта. И не только велосипедного. То, что сегодня команда клуба «Минск» работает и развивается. Ребята участвуют в континентальных соревнованиях, международных, очень много. Это единственная возможность, где наши ребята могут себя проявить и показать, и заявить о себе на международном уровне. Это хорошо, что есть команда. Я думаю, что если бы было бы 2 или 3, хуже бы не было. Но опять же, люди работают и в регионах, у нас в областях. Молодежь очень хорошая. Делается и уделяется внимание очень много велосипедному спорту. И, естественно, хотелось бы, чтобы и результат был достойный, особенно выступление на вторых Европейских играх. Говорят, домашние стены, они помогут нам. Тем более, что трасса очень серьезная в центре города, насыщена поворотами всевозможными. Как для велосипедиста, она очень интересная. Это не просто получается какая-то езда, знаете, в одну сторону, возвращение в другую. И сама гонка по городу, это тоже очень интересно. В конце это финиш в гору возле цирка. Думаю, что гонка получится интересная по своему накалу. И я думаю, что наши ребята, конечно, будут очень серьезно настраиваться. Слабых здесь не будет. Тем ценнее будет победа.